Знай наших. Интинец Федор Голыш снялся в шоу «Супер ниндзя» на СТС. Интинец работает продавцом и мастером по ремонту бытовой техники. Работает и тренером, занимается паркуром, фрираном и трикингом. Съемки проходили в минеральных водах. Полоса препятствий разместилась на 30 тысячах квадратных метров. Трудились над ней 180 человек, а необходимые конструкции привезли на 45 грузовиках. Выпуск с нашим земляком покажут 9 октября в 20:00. Всем салют! Меня зовут Федор, я из города Инты, из сердца Коми. Я участник шоу «Супер ниндзя» на телеканале СТС. Как я туда попал? Я прошел кастинг с удивительной легкостью, и меня позвали в шоу. Приехал я на шоу, поучаствовал. Не буду говорить, как, вы все увидите. И были ли сложные оппоненты, были все чемпионами. Были удивительные люди, так что вы все увидите. Вам всем понравится. Всем пиз.